Привет, друзья! На сайте AliExpress собраны миллионы товаров. От ассортимента порой голова идет кругом. Поэтому предлагаю вам готовую подборку товаров, которые действительно могут пригодиться в домашнем использовании. Поехали! Многофункциональный брелок Multitool. Компактный брелок из нержавеющей стали. Его можно использовать как открывалку для бутылок, гаечный ключ, нож, линейку, пилку для ногтей и отвертку. Брелок очень прост в использовании. Для перехода в другой режим нужно просто повернуть колесико. Незаменимая вещь для каждого мужчины. Найти применение этому девайсу можно как дома, так и на работе и в машине. Принтер для печати на кружке. С помощью этой машинки вы сможете напечатать на кружке любой рисунок, надпись или фотографию. Принтер оснащен системой автоматической стабилизации температуры, таймером и системой оповещения в случае слишком сильного нагрева. В зависимости от температуры и временных настроек, вы можете повлиять на яркость изображения, сделав цвет насыщеннее или приглушеннее. Есть дисплей, на котором отображаются время и температура, а также всего лишь несколько кнопок, благодаря чему использование становится простым и интуитивно понятным. Складная лопата. Универсальная лопата с функциями топора, ножа, штатива и так далее. Ее удобно брать с собой, вес около 1,5 кг, а в сложенном состоянии она занимает совсем мало места. Такая лопата пригодится для всех, кто любит активный отдых на природе. С ее помощью вы сможете нарубить веток для розжига, содрать кору с деревьев, вырыть ямы для установки палатки или углубления для костра. Компактная зажигалка, высотой всего 2,5 см. В комплекте запасной фитиль, кремень, резиновая прокладка. Корпус сделан из высококачественного металла, ее легко заправлять. Небольшой размер и колечко позволяют использовать ее в качестве брелока на рюкзак или ключи. За счет своей компактности, она будет удобна для туристов, ведь в большом и тяжелом рюкзаке она не займет много места, зато пригодится при разжиге костра. Видеорегистратор для автомобиля с голосовым управлением от Xiaomi, разрешением камеры Full HD, обзором 140 градусов, встроенным аккумулятором и поддержкой карт памяти до 128 гигабайт. Помимо этого, эта модель может делать фотографии. Полностью стеклянные линзы устойчивы к высоким температурам, а 7-слойное покрытие увеличивает коэффициент пропускания света и уменьшает отражательную способность для более четких изображений. Насадка на кран. При установке насадки вода течет со рта с высунутым языком. Это приспособление сделает мытье рук, умывание и чистку зубов веселыми занятиями для вашего ребенка, и поможет их полюбить. Насадка подходит для большинства неизогнутых кранов. Ее легко снимать и мыть. Благодаря этой насадке, мытье рук станет для любого ребенка увлекательным и быстро войдет в привычку. Красивый ночник в форме ветки с розами сделает вашу спальню поистине сказочной. Высота светильника 50 см. Длина кабеля 90. На ночнике 24 цветка со светодиодными лампами. Отлично подойдет в качестве подарка для вашей девушки или мамы, ведь этот светильник совмещает в себе красоту и практичность. Игрушка-внедорожник с дистанционным управлением. Этот внедорожник проедет по траве, песку, камням и мокрой дороге. Пульт с дистанционным управлением позволяет управлять машиной на расстоянии до 100 метров. Внедорожник способен разогнаться до 20 км в час, а конструкция позволяет регулировать клиренс. Размер машинки 33 см. Подходит для взрослых и детей старше 6 лет.
Набор силиконовых крышек. 6 силиконовых крышек для посуды диаметрами от 65 до 210 мм. Пищевой силикон выдерживает температуру от минус 40 до плюс 230 градусов. За счет того, что крышки плотно прилегают к посуде, ими можно закрывать банки с жидкостью. Также их можно использовать для фруктов и овощей. Крышка предотвратит заветривание на срезе. Их легко мыть, и они не займут много места при хранении. Найти применение этим крышкам легко на любой кухне. Русско-английская механическая клавиатура с подсветкой. В 9 вариациях и с 4 уровнями яркости. У клавиатуры есть удобная подставка для рук и металлический держатель для телефона, чтобы вы не пропустили важные сообщения во время работы или игр. Красивая подсветка позволяет пользоваться клавиатурой в темноте. Выполнена из алюминиевого сплава. Сумка для выращивания картофеля и любых других овощей. Такой метод является настоящим спасением для дачников, ведь хочется всего посадить побольше, а места не хватает. Вы можете поставить мешок в любое место с достаточным освещением. Картошка в мешках не нуждается в окучивании, достаточно лишь посыпать клубни качественной мягкой землей. Оснащены удобными ручками для переноски, а также клапанами, которые можно открыть для доступа воздуха. Освежитель воздуха. Компактный и стильный освежитель воздуха для автомобиля. Работает при креплении на вентиляционные отверстия на панели машины. Помогает избавиться от запаха сигарет, пластика и пищи, а также наполняет салон приятным ненавязчивым ароматом. Складной нож в формате микро, который можно носить вместе с ключами как брелок, или же прицепить на рюкзак. Небольшое лезвие найдет применение в массе жизненных ситуаций, начиная от вскрытия любой, даже самой крепкой пластиковой упаковки, и заканчивая срезанием лишних ниток с одежды. Найдет свое применение во многих жизненных ситуациях. Портативный проектор для домашнего использования. Синхронизируется со смартфоном с помощью Bluetooth и поддерживает карты памяти. Проектор настолько компактный, что поместится даже в женской сумочке. Расстояние проекции от 50 см до 2,5 метров. Работает с помощью встроенного аккумулятора, благодаря чему вы можете носить его с собой и устроить киносеанс в любом удобном месте. Взять его с собой в путешествие или посмотреть любимый фильм на природе. Парковочная карта. Если вы оставили автомобиль во дворе или перегородили проезд, то установленная на торпеде парковочная карта укажет ваш номер телефона, и с вами смогут связаться. Стильные изделия прекрасно смотрятся в авто, а набор цифр можно легко изменить или скрыть в нежелательной ситуации. Адаптер картридер. Плюс подставка для ноутбука. Удобный адаптер для ноутбука с входами для различных разъемов. 3 USB 3.0, RJ45, HDMI, VGA и Type-C. Работает как с ноутбуками на платформе Windows, так и с MacBook'ами. Помимо стандартных разъемов, есть разъемы для карт памяти. SD и microSD. Многофункциональный брелок. Компактный брелок изготовлен из прочной нержавеющей стали. Этот малыш совмещает в себе кусачки для ногтей, пилку, кольцо для ключей и открывалку для бутылок. Его можно прикрепить к сумке, на связку ключей или просто положить в карман, чтобы он всегда был под рукой. Электрическая отвертка Xiaomi, работающая на литиевой батарее со скоростью 200 оборотов в минуту. Тонкий корпус из алюминиевого сплава выполнен в форме ручки, за счет чего отвертку удобно держать. Отвертка оснащена функцией регулирования скорости, ее вес всего 105 граммов, удобно носить с собой. Заряжается от обычной зарядки с разъемом microUSB. Мини-паяльник TS-80. Этот компактный портативный паяльник подключается с помощью обычного кабеля, с разъемом Type-C, который идет в комплекте. Паяльник оснащен функцией регулирования температуры,
нагревается за считанные секунды. Диапазон рабочих температур от 100 до 400 градусов, а весит этот паяльник всего 36 грамм. Благодаря тонкому корпусу, он удобно ложится в руку, а кисть не устает при долгой работе. Сетевой фильтр. Удлинитель с тремя розетками и шестью USB-портами для быстрой зарядки, на 3,5 ампера. Удлинитель оснащен кнопкой включения, благодаря которой вам не придется постоянно отключать удлинитель от питания. Этот удлинитель не нагревается, а серебряные контакты обеспечивают большую безопасность. Длина шнура 1,6 метра. На этом все. Если вам понравилось, то обязательно поставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, тут вы увидите много полезных товаров, которые вам обязательно пригодятся. Кстати, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока.